Особенно это в пространстве пусто. Это где подъезд, где-то в автобусе, в магазине. Где вы там? В баке, не знаю, где там. То есть задача. То есть двое вот уже наехали, начинается разговор. Вы начинаете, ребята. Есть, вот так. Встаем! То есть удар, видите, что получается. То есть мы сейчас будем первые с вами делать. Так и будем делать, стоять, отрабатывать. Фу! Просто стоять будем отрабатывать по очереди. Весь смысл, видите, в чем? В импульсе действий. Чтобы пошло дальше. Фу! Дальше мы пошли. Потому что никто из них. Фу! Видите, где он, где этот, все. А это пока даже если я сделаю ноги, то он нужно за мной бежать. А нет, я думаю, вряд ли бежит. Да. Желания не будет бежать, скажет сейчас, не гоняющий на свою задницу. Вот, поэтому смотрите, движение. Первое, что мы все говорим, ладно, ребята, все, мужики, все. Бьем, смотрите, чем. Теперь покажу медленно, чем бьем. Потому что создается впечатление, что мы просто бьем ладошками. Не ладошками. Угу. И сейчас это щадящее режим, понимаете, да? То есть поэтому мы будем с вами отрабатывать, стоять на груди. То есть будем стоять. И сразу начинаем. Раз, выход. Раз, раз. Раз, выход. Раз. Видите? Разлетаемся. Раз, выход. Раз. Потому что сразу, смотри, дальше вот это движение летит сразу. Во-первых, когда я ему ударил, смотрите, положение, видите, закрытое. И отсюда я рука пошла дальше. Вот она отсюда выходит. Понимаете? То же самое и отсюда. Это все то, что мы с вами отрабатывали на лапах. Видите? Удары короткие, а с шатом все. Вот, дистанция ходит. Ух ты! Дистанция, в общем, не теряется. Понимаете? Импульс. Импульс. Бам! Сразу да. Понимаете? Вот что делаете. То есть вы как бы пытаетесь вот оттолкнуть их. Они не отталкиваться должны. У вас должно вот это вот движение, которое они переходят вот. То есть каждое движение, оно заряжается, видите, импульс передали. Даже если вы удадите вот по носопыркам вот это вот, вы сломаете носы. Даже вот их по носопыркам дайте, вы сломаете носы. Далеко стоят. Когда стоят люди далеко, работа другая. Когда стоим, работа другая опять, не забывайте наступать на ноги. Итак, еще раз. Видите? То, что он раз, и уже пошел в другую сторону. Раз, уже пошел в другую сторону. Импульс. Не толчки, а импульс. Поехали.